Вот уже 8-й год подряд успех газовиков ни для кого не сюрприз. Многие десятилетия общество «Газпром Добыча Оренбург» является крупнейшим в стране газохимическим комплексом, одним из флагманов экономики Оренбуржья. Значительные объемы отчислений предприятий в бюджеты всех уровней остаются по-прежнему на высоком уровне, да и деятельность общества в целом делает регион наиболее инвестиционно привлекательным. Впереди всех газовики не только по производственным показателям. Они стали также победителями в номинациях «Экологическая ответственность» и «Организация высокой социальной эффективности». В свое время это предприятие было номинировано и награждено орденом Ленина. А сейчас, поддерживает высокие приоритеты, выполняя социальные программы, является оплотом Оренбуржья, является предприятием лучшим не только здесь, но и в системе «Газпрома». Весь гелий, адорант, этан, все это производится здесь. Здесь лучшие специалисты в открытом акционерном обществе «Газпром». Жюри конкурса наградило и лучших работников общества. Удостоены награды молодой руководитель года Рустам Хабибулин, начальник техотдела гелевого завода, и Алексей Гуцев, специалист газопромыслового управления. А в номинации «Женщина-руководитель года» победителями стали Ольга Прохорова из управления по эксплуатации зданий и сооружений, заместитель начальника отдела труда промышленной безопасности гелевого завода Татьяна Мельникова и начальник научно-исследовательской лаборатории аналитического контроля газопромыслового управления Ирина Кершенина. Работается очень легко, особенно в лаборатории, когда моими предшественниками создан капитальный фундамент по организации рабочих мест, по постановке аналитических методов, когда у меня такой замечательный коллектив, не просто список работников согласно штатного расписания, а команда единомышленников. Общество «Газпром Добыча Оренбург» заслуженно получает множество наград вот уже 8-й год подряд. Ведь предприятие одно из тех, кто экономику области ведет вперед и реализует важные социальные программы. Мне очень часто приходится общаться с руководством «Газпрома», с работниками «Газпрома» в Оренбурге. Это творческие люди, которые всегда движутся вперед. Александр Сергеев, Игорь Бероев, «Новости дня».